Помните вот эти серьги с очень красивыми и, что немаловажно, с очень качественными кристаллами? Кстати, они даже чем-то похожи на серьги Клаудио Канциан. Мне кажется, что эти серьги есть не только у меня, но еще и у многих из вас. Я их когда только купила, я прям вот загорелась найти точно такие же, только серебряного цвета. Мы тогда с подписчицами, наверное, перерыли весь AliExpress, но, к сожалению, их не нашли. Спустя примерно полгода, это при том, что я не писала никому из продавцов и не спрашивала, будут ли точно такие же, только серебряные. Просто, видимо, вселенная AliExpress меня услышала, и вот они появились теперь в серебре. И признаюсь, это не я их нашла, это моя подписчица скинула ссылку, и вот я их заказала, пока меня не было, они приехали. Смотрите, какие они классные. Для меня это очень важно, чтобы те украшения, от которых я прям, знаете, пищу, чтобы они у меня были во всех цветах металла. Чтобы, надевая их, я, ну, не отказывалась от них, потому что их цвет металла сегодня не совпадает с моим настроением или с моей одеждой. Хотела обратить ваше внимание, что кристаллы в сережках отличаются. В золоте, во-первых, они чуть-чуть поменьше, а во-вторых, видите, у них такой насыщенный коньячный цвет, который хорошо сочетается с золотой фурнитурой. А вот в серебряных сережках цвет кристалла более холодный и классно сочетается с серебром.